Что не так? Начало отношений всегда волнительное, все впервые. По статистике, в семьях, где женщина-добытчик, а мужчина сидит с детьми, брак будет более долговечным. А, вот как. Все понятно. Ты думаешь, когда вы вместе, вы неуязвимы. И только потом понимаешь, что любая проблема может вас ранить. Мы сядем и все обсудим, столько, сколько потребуется. Мне больше нечего сказать. Да в чем дело? Мы вдруг разучились разговаривать? Знаешь, как долго я хотела уйти? Я сойду с ума, если не уйду прямо сейчас. Сейчас, в эту секунду. Да, если я не уйду сейчас, я не смогу уйти никогда. Я долго пытался понять, что произошло. Привет. Ты переделал гостиную? Выглядит ужасно. Я помню, какими мы были. Выкидывали все подряд. Мы справимся с этим. Сколько еще это может продолжаться? Что, например? Ты был так занят, что даже не заметил. И что? Что я не заметил? Что между нами пропала вся страсть. Все те недостатки, которые ты во мне видишь, кто-то другой увидит их и полюбит меня за это. Я хочу вернуть все, как было. Я хочу домой. Это как пластырь, который сорвали и хотят вернуть на место. Может приклеиться, но не так, как в первый раз.